Привет! Я автобус, и я отвезу тебя туда, куда ты захочешь. Но если ты не успеешь поставить лайк и не подпишешься на канал за 5 секунд... И тогда я превращусь в автобус-пожиратель и съем тебя. 1, 2, 3, 4, 5. О, кажется, кто-то не успел, и я уже бегу за тобой. Ну а кто же, друзья, сильнее, сиреноголовый или же светофороголовый? Ну а узнаете вы это, если посмотрите новую анимацию на Сирена Студио «Светофороголовый против сиреноголового». Ну и, ребят, все как обычно, ссылка в описании. Ох, какой сегодня хороший денечек. Сейчас доеду до деревушки, подхвачу нескольких людишек и довезу их до города. О, а завтра же это, наконец-то, выходные будут. Ура, наконец-то я дождался выходных. Я столько, блин, их ждал. Так, ладно, это опасный туннель, сейчас проеду. И можно уже расслабиться. О, все, опа. Ох, какой длинный этот автобус. Постоянно сложно данный туннель проезжать. Так, это что сейчас за остановочка? А, точно, остановка кладбище. Ну, здесь людей почти никогда не бывает. А стоп, а в этот раз кто-то есть. Какой-то дед валяется. О, эй, уважаемый. О, автобус. Вы о, на автобус? Мужик. Мужик, короче, до города добрось меня. Да, конечно, проходите. А это что, билет что ли брать? Да, конечно, проездной покупайте, вон, на входе. А у меня денег нету, можете бесплатно мне, пожалуйста? Нет, добрось. Дед, нет, ты чё, я за бесплатно не вожу, знаешь, ли, у меня семья. Чё, кормить нужно. Никого нету, ты же это, ну чё, никто не увидит, никто не узнает. Ну, чё, не, опять, ну нельзя так, у меня тут камеры стоят везде, я тебя бесплатно провезу, мне там штраф. Огромный впаяют. Не-не, дед, пешком иди до города. Не, ну пожалуйста, да подбросьте, да будьте. Да говорю, не могу, все. Мне нужно ехать дальше по рейсу. До свидания. Не надо, на город срочно, нет. Я за бесплатно не вожу. Не возите, все, дед, да? До связи. Значит, не подвезете меня. Нет, не подвезу. Все, пока. Ну ты еще пожалеешь об этом. Блин, а, ненормальный. Ё-моё, чё? Ой, блин. Немного бампером задел этот забор деревянный. А где дед? Ё-моё, куда он? В кусты, что ли, убежал? Ай, ладно. Какой-то, блин, ненормальный, как всегда, блин. Наверное, какая-то пьяница, блин. Алкаш какой-то. Все деньги пропил, блин. На водку все потратил. И бесплатно его подвези, по-братски. Вот, блин, а умный нашелся. По-братски его подвези, без денег. Ага. А мне что потом? Штрафы платить за это? Что это? Какой-то зеленый газ. Ё-моё. А, еще автобус, кажется, застрял. А, давай, езжай, езжай, езжай. Давай, поехали, поехали. Кажется, я теряю сознание. Я говорил тебе, что ты пожалеешь. Теперь ты будешь проклят. Ох, что случилось-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ну кажется, я сознание потерял. Наверное, может, солнцем голову допекло. Ну ладно, бывает. Так, сейчас заведу автобус и поеду дальше по рейсу. Блин, сколько я проспал, а? Так сейчас еще и опоздаю, не успею. Потом еще штраф появит. Так, надо быстрее ехать. А че автобус-то не едет? Ё-моё. Че с автобусом? А? Стоп. Что? О! Это этот старец! Он что, летает, что ли? Как тебе твое новое тело? Нравится? А, что ты со мной сделал? Я проклял тебя за твою жестокосердечность. Я проверяю время от времени людей на их доброту. Как меняется этот мир, спускаюсь со своих гор и смотрю. Что со мной изменилось? Сделай меня обратно нормально. За последнюю сотню лет люди стали слишком жестоки. Даже бедного старика не могут подвести. Так что за это ты теперь до конца своих дней будешь есть людей, а не подвозить. Что? Тебя будет преследовать голод. Что ты со мной сделал? Ты теперь монстр. Почему я теперь какой-то автобус? Что со мной? Теперь... Это твое тело до конца твоей жизни.
А, сейчас я тебя за это съем! А, куда он делся? О, какой я голодный, хочется кушать. Хочется вкусной человеченки. А, нет, нельзя есть людей. Заткнись. Мы будем есть людей. Ням-ням-ням-ням-ням. О, кажется, на этой свалке кто-то работает. Сейчас я кого-нибудь скушаю. Ням-ням-ням-ням-ням. О, кажется, кто-то идет. Еще один скучный день на этой свалке. Что можно с этой колымаги скрутить? А, дверь вроде бы неплохая. Крыло вроде целое. А, остальное на металлолом. Юмор, что за звуки? Что это? Помогите! За то, что ты ломаешь дверь, машины, я тебя съем! Ням-ням-ням-ням-ням! Машины нельзя обижать, они тоже живые, как я, например. Ням-ням-ням-ням-ням. О, пойду еще кого-нибудь покушаю. О, я же теперь могу притворяться автобусом, точно. А что, если я буду притворяться автобусом, подвозить бедных людишек, а потом их съедать? Хорошая идея. О, буду ездить по тому же маршруту, что я и ездил. Только нужно какую-то отмазку сделать, почему водителя нет. О, точно. Новые технологии. Электрический автобус. С искусственным интеллектом. С автопилотом, точно. О-о-о-о. Ну, сейчас пойду и превращусь в автобус. И съем нескольких жалких людишек. О-о-о-о-о. Так, лапки, засовывайтесь обратно. О, я теперь самый обычный автобус, да. Вон, даже колесики крутятся, когда я еду. Ну, все. Сейчас я быстренько наловлю людишек. Так, главное только не спалиться, то, что я не обычный автобус. Так, заезжаем в город. О, прям в городе людей. И наловлю. Вроде здесь как раз остановочка, я помню, была. Во. Так. О, вот она. О, мой автобус. А, номер 33 вроде был. А хотя пофигу, вроде мой автобус. Ладно, братан, все, давай до завтра. Давай, братишка, завтра увидимся. Еще по одной. Да, все, давай, хорошего дня. Да, тебе тоже. О, автобус, хорошо. Не пугайтесь. Так, домой сейчас. Я электрический автобус с искусственным интеллектом. Водителя нет, потому что включен автопилот. Походу, ты не мой автобус, но так интересно, пофигу, поеду. Давай, ваш автобус номер 33? Да. Это значит ваш автобус. Следуем по маршруту. Серьезно? Мой автобус теперь с искусственным интеллектом? Зашибись, как круто! Пристегните ремень, для вашей же безопасности. А, хорошо, так, все, пристегнулся. Ну а теперь ты никуда уже не отстегнешься. Сдавливает, трудно дышать, глаза темнеет. О, готов. Сейчас я его выброшу на землю и съем. Ням-ням-ням-ням-ням. О, не буду его сразу съедать сейчас, пускай сначала проснется. Я люблю страдания людей. Проснись и пой. Монстр, помогите, откройте дверь. Ням-ням-ням-ням-ням. Никто тебе уже не поможет. Вкусный человечек. Ням-ням-ням-ням-ням. Ух ты, а классно быть автобусом. Ну что, может еще разочек на маршрут такой же? Притворюсь автобусом и еще какой-нибудь ложка поймаю и съем. Хорошая идея. Мне кажется, или местные эти людишки стали подозревать то, что я необычный автобус. Ага. Я вот вчера видел, как мужик хотел сесть в мой автобус, но увидел то, что там никого нету, и просто в него не сел. Вот поэтому я сегодня принял новое обличие, как раз своего старого автобуса, и еще также с помощью голограммы, теперь в нем сидит, типа водитель. Ох, тот самый я, который работал на этом автобусе. О, сейчас как раз утренняя смена закончится, и работяги с этого порта выйдут, им нужен будет автобус. О, отлично. Ох, он, правда, очень длинный, на нем неудобно ездить. А приходится ездить максимально правдоподобно. Мол, и настоящий автобус. Ну ладно, как-нибудь выкручусь. Так, вроде выход с этого порта здесь. Все работяги выходят здесь, с него.
Надо просто подождать. Хотя, буквально еще несколько денечков, я уже буду сваливать с этого города. В нем так мало людей. Так, все, заканчиваю рабочую смену. Так, какой-то лошок, кажется, идет. Как же я устал за ночную смену. О, что за автобус? Ё-моё, он похож на один пропавший, вроде бы раньше как тут был. Ай, ладно, пофигу. Главное, чтобы он меня довез куда надо. Ладно, сажусь. Здравствуйте, уважаемый. О, здравствуйте. Сейчас я вас довезу до дома. Ой, до дома прям? Вы шо, как такси, что ли? Не-не, просто по маршруту едем. О, хороший водитель. Помните своих пассажиров в лицо, а да, я вас конечно. Не вспоминаю. Вы уже что, вы уже практически каждый день на этом автобусе ездите. Да, ой, видимо так урабатываюсь, что не помню ничего уже. Ух, увольняться надо. А то надоело мне там порту горбатиться за копейки. Говорят, он на свалке, сейчас рабочего нет. Там работодатель любые деньги готов дать, а то пропал там куда-то у них. Этот, бухалыч местный, его нету и работать там некому, никто не идет, но, наверное... А вы знаете, почему этот Михалыч пропал там? О, вы что-то слышали? Новые слухи какие-то? Давайте. Да, потому что я его съел. А что? Что за шутки глупые? А, стоп, а что ремень не давит? А, дышать трудно. А, у вас ремень... Еще один помогите. Лошок попался. Я задыхаюсь, пожалуйста, помогите. Сейчас я его отвезу в укромное местечко, приму свою настоящую форму, настоящий свой вид и съем его. О, сейчас он проснется, я его съем. О, в такой форме намного лучше. Ё-моё, что-то холодно. Ой, капец, не кошмар. А что это такое? Помогите, спасите. А, монстр! Ням-ням-ням-ням-ням! Какой вкусный человечек! Не, надо уходить с этого места, слишком мало людей здесь живет. Я за эти несколько недель всего лишь человек 20, наверное, съел. Как-то слишком мало. А кушать очень хочется. Я вот здесь съедаю до 2 человечков. Иногда даже бывает, вообще никого не съедаю. Потому что не хотят в мой автобус садиться. И я такой голодный, даже когда 2 съедаю. Надо, мне кажется, отправляться в места получше. О, точно, здесь же есть крупный город поблизости. Отправлюсь-ка я лучше туда. Конечно же, в форме обычного автобуса. И там уже наконец-то покушаю хорошо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отправляюсь в новый город. О, какой большой город. Как же здесь много людей. Даже вот небоскребы, офигеть. И дома везде. В каждом окошке живет несколько человек. Как много еды. Я не могу удержаться. Я ж начинаю взлетать. Только от одной такой мысли. Как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Я такой голодный. Я уже не ел несколько дней, пока ехал в этот город. Побыстрее нужно дойти к остановочку с людишками. Посадить в автобус несколько человечков и отвезти их за город и там съесть. О, это, кажется, остановка с людьми. Так, все тихо. Не привлекаем внимания. О, смотрите, кажется, это наш автобус. Ого, сегодня даже раньше графика, отлично. О, как много людей. Не могу сдержаться, съем их всех. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням, ха-ха-ха. Слишком много еды, не могу сдержаться. Ням-ням-ням-ням-ням. А это еще кто? Что это такое? Да, прием, тут какой-то монстр. На автобуса похож. Он напал на людей. Прием, ну что? Ням-ням-ням-ням-ням, сейчас я тебя съем. Убраться осталось в машине. Проклятье, придется съесть твари. Убраться с ней своими силами. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням. Ням-н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 ям. Ням! О, вкусные человечки. О, зачем я постоянно притворяюсь этим автобусом? Буду просто нападать на людей и поедать их. Ха-ха-ха, хорошая идея. Так, ладно, надо этих доесть быстрее и сваливать отсюда. Ням-ням-ням-ням-ням. Ха-ха-ха.
Все, пора валить. Наконец-то я поел. Не зря я перебрался в этот город. Здесь намного больше еды. Я раньше только за неделю людей не ловил. Как в этом городе за раз. Ням-ням-ням-ням-ням. Еда. О, один еще прекрасный денечек. Что же мне может помешать съесть этих людишек на остановке? Я уже так делал несколько дней. Сейчас я вас всех съем. А, это он! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Приступись к выполнению плана ICP-фонда. Если мы убьем, у нас отпустят. Это ловушка! Это засада! Хотя, как много людей! Ням-ням-ням-ням-ням! Нет, он слишком сильный, наши пули не пробивают его! Ням! Опять ICP-фонд нас обрек на смерть! Помогите! Ням-ням-ням-ням-ням-ням! Какие глупые эти людишки! Какие-то странные, неправда? Все в оранжевых комбинезонах! Кто это вообще такие? Почему они на меня охотятся? Ам-ням-ням-ням-ням, если бы я знал, кто это, возможно, получил бы ответ на свой вопрос. Ням-ням-ням-ням-ням. И почему они вообще на меня охотятся, ловушку какую-то для меня устроили, засаду целую? Где этот чертов вертолет? Мы несем слишком большие потери. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что это еще сверху стреляет? Это вертолет. Он пускает ракеты! Вау! Ай-яй-яй-яй! Нужно убегать! Быстрее! Нужно убегать за город! Я привлек все-таки слишком много внимания! Нужно было, как я изначально планировал, людишек в автобус сажать, за город вывозить и там уже их съедать, а не прям в городе, на них прям нападать. Ай-яй-яй, ну ладно, будет мне урок. Нужно теперь убегать с этого города. А то на меня, ай, устроили целую какую-то охоту. Быстрее бежим в лес! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Этот вертолет сейчас меня расстреляет! Ай, больно, больно! Нужно быстрее бежать! Бежим, бежим, бежим! Ладно, нужно его сбить! Мне кажется, если я его собью, я смогу оторваться! Вот! Ай, блин, перепрыгнул, кажется! А нет, кажется, винты задел немного! Он держится, держится! Так, сейчас будет еще один прыжок! Опа! На тебе по пропеллерам! Он падает! Сейчас я его уничтожу. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Все, нужно быстрее убегать, пока еще люди сюда не прилетели или не приехали на чем-нибудь. Быстрее бежим. Вроде я оторвался от этого ICP-фонда. Он вроде как-то так называется. Я прочитал сбоку название на вертолете. Фух. Вроде я тогда елся, но пока бежал, уже всех человечков, кажется, переварил. Ох, и стал снова голодным. Но нет, я пока что не пойду в тот город обратно, а то на меня целую охоту снова устроят. Фух, надо бы отдохнуть. Ладно, сейчас превращусь в автобус, чтобы не привлекать лишнее внимание. И отдохну здесь, в этом лесу. Кого бы скушать мне сегодня? Автобус? Что здесь делает человеческий автобус? А может быть в нем есть людишки? Еда! Так, нет, людишек не вижу. Ну-ка. Да, реально автобус. Надо его тогда разломать. Так, что это? Ого, дверь открыл. Что за фигня? Где здесь точно есть человечек? Надо его сломать. Где он спрятался? На! Что это такое? Я автобус пожиратель, я тебя съем. Ням-ням-ням-ням-ням. Мало нам поезда пожирателя было. Какой вкусный монстр. Ладно, я мультяшный кот. Я сильный. Сейчас я тебя... Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Какой слабый никчемный монстр. Сейчас его доем. Ням-ням-ням-ням-ням. А мясо монстров даже еще вкуснее, чем мясо людей. Хорошее местечко я себе нашел. Это, по-моему, даже лучше, чем охотиться на людишек в их большом городе. Ням-ням-ням-ням. Братишка, ты где? О, кто-то идет. Братишка, вав! Братишка, вав-вав! О, а кто это такие? О, это еще какие-то мультяшные монстры.
Лав, это, кажется, собака. Братишка, лав. А это кот еще один. Лав, мяу, надо найти его. Лав. Я вас съем. О, что это такое? Я съел вашего братишку и съем и вас. Что? Убьем его? Ням-ням-ням-ням-ням. Атаку. Лав. Ням-ням-ням-ням-ням. А ну иди сюда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Лав, а, надо бежать, Лав, он убил моих братьев. Ну куда ты же не убежишь? Как страшно, Лав. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусные мультяшные монстры. О, как много мультяшных монстров. Полезайте ко мне в ротик. Я съел ваших братишек. Мультяшного пса, кота пса и кота. Убейте его! Атаку! Ням! Он сильный! Мы несем потери, что нам с ним делать? Нет, мы должны драться до конца! Надо бежать! Нет, ваши братишки так же говорили, и все в итоге погибли, ха-ха-ха! Он слишком сильный! Это реально пожиратель! Ням-ням-ням-ням! О, так, сейчас поем эти трупы этих мультяшек. Восстановлю силы. И пойду еще поохочусь на кого-нибудь. Куда из леса подевались мультяшные монстры? Так было много вкусненьких мультяшных котов и псов. Я был всегда готов скушать парочку котов, а в итоге никого не осталось. Как же я голоден. Куда они спрятались? А это что? Двери открываются, закрываются. Наверное, там человечек прячется. Сейчас я этот автобус... Что это такое? Я тебя съем. Я тебя съем. Какой большой сильный монстр. А ну иди сюда. На. От тебя пахнет мультяшными монстрами. Потому что я их всех съел. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сиреноголовый зверь. Ай, больно! Ням-ням-ням-ням-ням, сейчас я тебя съем! Какой сильный монстр! Ты кто еще такой? Я отметелю! Я сиреноголовый! Я хозяин этого леса! Ай, больно! Ай, нужно убегать! Сиреноголовый слишком сильный! Я скучаю! Эй, куда побежал? Ай, нужно убегать быстрее из этого леса! Вкусняшка, подожди. Хорошо, хоть этот монстр слишком глупый. Вообще какой-то неразумный. Да, он делся. Еще разговаривает, как какой-то умственно отсталый. О, мультяшный кот, иди сюда. Помогите! О, кажется, он кого-то поймал. Это был, кажется, какой-то мультяшный монстр. Так, нужно отсюда убегать. Мне кажется, в этом лесу я уже съел почти всех мультяшек. И остались только большие и сильные монстры. Поэтому нужно отсюда уходить. О, фух, вроде я смог убежать из этого леса, от этого сиреноголового. А еще я по пути встретил еще двух или трех таких же сиреноголовых. О, не, лучше все-таки, мне кажется, до людей охотиться. Безопаснее так, просто не нужно доглеть. Нужно именно людей похищать и убивать где-нибудь за городом. Что это такое еще, а? Ладно. Ты слишком быстро едешь, нарушитель. Кто это? Нельзя так быстро ездить, не нарушай правила дорожного движения. Сейчас я тебя съем. Ты чё, на меня напал? Сейчас я сожру. А это ещё кто такой? Он, кстати, чем-то похож на сиреноголового. Что это такое? Это какой-то светофор. Это какой-то светофороголовый, что ли? Сейчас я тебя завалю. Ты нарушил правила, ты должен быть убит за это. Какие еще правила? Он постоянно дерется. Я вот даже проатаковать нормально не могу. Черт, у меня, ох ты. Нужно убегать. Не могу двигаться нормально, не могу бежать. Иди сюда. Он заблокировал, кажется, мои способности. Что это за монстр такой странный? Сейчас ты будешь убит. Сейчас я тебя убью. Неприятно. Куда он меня подбросил? Я не могу пошевелиться. Сейчас я тебя убью. На, получай.
Это я тебя убью. Нужно убегать, иначе он меня убьет. Я не могу бежать. Он меня заблокировал. Я не могу пошевелиться. Будешь убит. Помогите. Ё-моё. О, ну может, если я обратно превращусь в автобус, он меня не будет трогать? Ты куда замаскировался? Сдавал я домоголовых, которые думали от меня, что спрячутся в будущее домами. Нет, помогите, помогите! Я тебя сломаю! Он заблокировал мои способности! Сейчас я выдеру твой двигатель, и ты умрешь! О, все, двигатель сломал, теперь он должен умереть! Все, нарушитель был убит. А я буду дальше следить за исполнением правил. Нельзя нарушать правила. Ну, короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня получилась жизнь автобуса-пожирателя. Да, ребят, в итоге этот автобус-пожиратель не умер своей смертью. В итоге его, ребята, поймал светофороголовый за то, что тот двигался за слишком большой скоростью и еще и до красный свет. И в итоге он его убил. Повредил главную часть автобуса, это двигатель, и в итоге, ребят, спустя некоторое время этот автобус заржавел и полностью навсегда погиб. В общем, да, ребята, вот такая жизнь автобуса-пожирателя у нас сегодня получилась, от рождения до смерти. Мы, кстати, друзья, уже делали жизнь автобуса-пожирателя еще несколько дней назад, только в Брикриксе. Можете тоже ее посмотреть. В общем, да, ребят, как-то вот так вот жизнь автобуса-пожирателя закончилась. И в итоге такой вот ржавый весь автобус-пожиратель будет отправлен на свалку на дальнейшую переработку. Ну а, ребята, с вами были я, Slayk Must, и, конечно же, Dark. Если вам понравился данный видеоролик, то, ребят, прямо сейчас же поставьте лайк, и тогда будет больше роликов про автобуса-пожирателя. Ну и, ребят, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, потому что здесь выходят каждый день новые ролики про разных монстров, разные интересные рубрики. И, ребятки, напишите, что вы еще хотели увидеть про автобуса-пожирателя в Гаррис Моде. На этом мы, друзья, конечно же, с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Всем, ребята, пока-пока. Всего хорошего, народ!